Так, мы сегодня собираемся, грузимся и на голландской плоскодонке будем путешествовать целую неделю по Нидерландам. Собаки остаются с Гордеем, мы с собой берем детей, всех, включая Катю. Все, чего вы не хотели знать о поездке с детьми. Значит, смотри, малыш, вот сейчас мы будем проезжать то место, где корабли проходят большие. Вот видишь вот те вот будочки? Там, я не знаю, вы видите, нет, там очень узкий такой канал, через который пропускают шлюз. Мы его потом увидим, когда будем проходить через такой же, но с другой стороны. Вот смотрите, вот здесь внизу, вот здесь проходят корабли большие. А вот эти, знаете, вот эти мосты, они не поднимаются, они поворачиваются вот так. Мы через них проходили на яхточке. Да, когда экзамен сдавали. Ты не говори, просто прикол. Ну, очень неестественно, некрасиво звучит. А вот все, мы выехали на дамбу, смотрите. Вот это кажется, насосы, которые откачивают воду обратно. А еще говорят, что тут, это же на этой дамбе, рядом с этой дамбой ветряки, которые для насосов. Которые электричество вырабатывают. Да, кажется, ну, а, да, да. Что она там где помечает трубы или что это? Не сжигают это кладбище, а сжигают это крематорий. А вот и ветрячки. Лебеди. Да, это все лебеди. Да, недостроенный ветряк. Там вот лопасти лежат снизу. Огромные. Там он тоже недостроенный. Видите, с одной лопасти уже одну приделали. А вторую потеряли, а другую отломали. Пока Вика ездит, забирает наших друзей еще, которые с нами пойдут на лодочке, мы ходим по маленькому городку Хастмир и поражаемся тому, что в городке на 300 жителей вся история супер подробно вообще расписана с фотографиями, историями и так далее. Вот мы ходим, ищем, собираем все таблички, хотим найти все 18. Эван, что на этой написано? Это очень старая ферма. Ну, короче, нет, не старая, 1940-го.
в 1940-м она, кажется, была построена, как вот такая, это называется Столпенбрудерай, то есть вот это вот такая характерная пирамидальная форма, а в 2000 году перестроена в жилой дом, ну, то есть жилую ферму, скажем так, Бонбрудерай. Наше путешествие продолжается в городе Гастмир, куда мы приехали из дома, потом я еще съездила в другой город, забрала там еще одну участницу нашего путешествия, которая приехала из Германии. В общем, все сложно. Я только что доела лосось, который мы привезли из дома. В этом Гастмире нету магазинов, ну, здесь какой-то супер маленький. Так, кстати, там вот туалет. Ну и здесь... На фоне уже мачты. Здесь мы должны взять лодочку. Оставили заряжать машину хотя бы ненадолго. Вообще нам ее тут надо оставить на несколько дней. На зарядке нехорошо оставлять. Ну, то есть получается, что ты гнездо забиваешь. И, ну, в общем, неловко перед другими людьми. Вот, так что мы позаряжаемся сейчас, пока принимаем лодку. И потом переставимся на обычное место, не электрическое. Ну. Ты с ним уже давно ходишь? Целая тележка. Можно купить лодочку, между прочим, пожалуйста. Да, такие у них паруса странные, такое все странное. Мачта деревянная. Ну окей. Андрей, давай сделаем так. Ты у нас обычный, ты можешь провести, значит, брифинг по технике безопасности. Да. Вот. О боже, о боже. У нас будет инструктаж по технике безопасности. Вылезайте. Так. Ты уже там спался. Главное опять выделяется. Сейчас, я вот так перед тем, как выходить вот сюда, спрашивают разрешение. Если вам разрешили не оставаться вот на этих проходах, прошли вот сюда, вот здесь весело, круто, сидите на носу, но наслаждайтесь. Сюда эта штука не залетит. Зона опасности — это вот это, вот это. Вот. Просто если вы видите, что где-то начинается работа, не стоять под руками, не подходить. Это очень тяжелая лодка, соответственно, ни в коем случае. На столбик, если ваша рука или нога или что-нибудь окажется между лодкой и столбиком, она просто ее отрежет. Ваша рука — это как муравьиная лапка. Да. А сколько мы тут остаемся? Неделю. Когда мы пойдем по морю, будет качать. Внутри тоже вот правило трех точек. Внутри соблюдайте осторожность, потому что тебя в любой момент может всю лодку качнуть, и ты куда-нибудь полетишь в лодке, это тоже будет очень неприятно. Вверх. А потом обратно через одну первую. И все, и оно очень быстро затягивается. У нее даже подружка есть, прикинь. Я просил тебя обуться, малыш, пожалуйста. Стекляем с таксином. Я плавно. Это как девушки, знаешь. Корсет расшнуровывает. Корсет. Сойди, Серега.
гвоздичка, чтобы прикольно с воды. Давай, мы отплываем. Так. Ё-моё. Что происходит? Я не высовываю ничего. Я держу как своего сына, мам. Ой, ребята. Нет, мы качаемся. У нас туса. Это не по-русски, Кира. Так, я, посмотри. Хай-файв. Хай-файв не по-русски. Она ничего не говорит. Она не игнор. Все. Ждем. Открывается. Между прочим, этот мост открывается специально для нас. Детка, где это мы? Город Маккум. Шлюз впереди. Отставить правый борт, готовим левый. Готовим левый борт. А как ты кофту не надела? Того, что надо. 3 метра! Ты когда-нибудь фуртовала такую большую посудину? Не буду. Вот там вот для нас открывается целый шлюз. А тут моя малышка на борту красивая. А 5 евро есть? Есть, наскребем. В кармане? Ну не в кармане, но в кошельке есть внизу. А их надо принести? Ну ты можешь бегать, леди ребенка отправить. Девушка с кранцем. Девушка с кранцем, новая красивая картина. Как девушка с персиком? Как девушка с веслом. Мы благополучно миновали шлюз. А, примерно в последние 30 секунд мы подошли. До 8 работает шлюз. И мы, видимо, сегодня были последние. Пожалуйста, нет. Вот, освоит это несомненно. Пожалуйста, не в первый день. Лазанье через люк. Мы пришвартовались к нашим друзьям.
тут еще рядом стоят голландцы. Целая толпа. Не оценил твои. Мама, лови меня. Кир, вот там вот можно перейти, где Эван. Вообще переходить надо с носа. С носа переходить. Это опасно, потому что лодки могут... Слушай, а куда вот это вот? В 220 свои воткни. Соседи отшортовались. А мы стоим вот там. Вот это наша лодочка, это лодочка наших друзей, а это какая-то старая посудина. Кстати, а куда делись голландцы черненькие, которые рядом с нами были вчера вечером? Они стоят там еще. Все еще стоят. А что мы сделали? А что здесь? Так, провернули. Ну вот это и есть разница. Надо толкнуть сильнее? Да. Лифт какой-то. Ну потому что на килевой яхте такой. Веревка может попасть. Ага. Это не килевой, да, такого не бывает. Расходится с буем в 40 сантиметрах. Знаете, почему Вика так круто рулит плоскодонкой? Потому что она привыкла управлять миром своими ведрами. И прилив. Прилив, да? Да. Причем сейчас почти спрингс. Да? Да. Ну вот смотри. Обмыло. Ну вон, да, видно, какой перепад высоты. Где мы, детка? Люди. Это какой? Восточный, да? Это... Восточный, наверное. Да. Это баран с повернутелями. Thank you.
прибыли в Харлинген, и здесь проходит этап Tall Ship Race, то есть всякие большие парусники. Вот они тут стоят. Красота. Ну, так вы, наверное, не замечаете ничего необычного. Давайте немножко приблизим. Что это там? У чувака, кажется, сломалась метеостанция. Он залез на свою мачту, чтобы ее починить. Но хочу отметить, что вот у нас вместо этих всех мусульманских метеостанций просто флажочек, часть которого прямая, а часть развивается. Прямая часть показывает направление, а развивающаяся силу ветра. Вот и все. Никакое отключение электричества нам совершенно не страшно. В смысле, у него воду? У нас даже в раковине воду надо просто накачивать вот так вот колонкой. Да, так что... И в туалете, между прочим, тоже, да. Вот на этой лодке надо идти на Мадагаскар, понимаешь? Ей ничего не страшно. Что мне нравится в яхтинге, что можно прийти и запарковаться в центре города. Стоять. Прямо там, где космический двигатель стоит аренда, например, или гостиницы. А сегодня мы еще попадем на всякие парусники. Туда идем. А вот куда мы попали. И мы припарковались прямо вот тут вот рядышком с этим местом. Это же просто космос. Пришлось прийти, конечно, пораньше, чтобы еще хоть какие-то места были. Мы стоим вот там. А вот и корабль Европа, за который мы чуть не зацепились мачтой, топинантом зацепились. Мне особо некогда было снимать. Красавица Европа. Знаешь, слово «прибой парусное вооружение» тоже его знаю, я совершенно не представляю, что это означает. Заходим на Европу. Сколько тут веревок? Маш, таймер на 20 минут. Вперед. Двигатели. А это? Если что-нибудь сломалось.
как у нас. Люк. Это кофту забыл. Да. Вниз лестницу уходит. Когда хорошая погода, просто сдвигаешь люк и поднимаешься. Когда плохая, то приходится понятно. Угу. Детка, безопасность прежде всего. Safety first. Все. Управлять почтовым, портовым краном можно поуправлять. Что? Что ты хочешь? Представляете, какой высоты вот эти мачты? Насколько мы высоко, а мачта еще выше нас. А что изголовилось? Представляешь, как страшно залезать на мачту, если там что-нибудь пара если распускается или еще что-нибудь. Да, мы сейчас будем на самом верху. Так, все понятно. Что, малышки? Ого, мы очень высоко. Почему мы качались? Потому что кабинки эти раскачиваются на ветру. Я тут перемыла кучу посуды и хочу сказать, что идея с вот этим вот краном, и когда ты делаешь все это в две руки, ну, в смысле, одной, видимо, рукой моешь, а другой, видимо, воду качаешь. Но, с другой стороны, очень экономненько получается. То есть ты качнешь, чуть-чуть польется, ты за это время потихонечку моешь. А еще у нас два чайника. Один на случай, если мы захотим попить чай, а другой на случай, если не захотим. Как у нас тут швартуются, там, где приливы и отливы. Можно на вот такую скобу завязаться, и тогда неважно, ты будешь подниматься и опускаться вместе с водой. Надо еще следить за всякими электрическими проводами, шлангами водяными, и тогда все хорошо. Мы вот пришли и были в уровень примерно с пирсом, а теперь метра, ну,
больше, чем на метр, мне кажется, ниже. Еще здесь закрывают ворота, когда высокие приливы, чтобы город не заливало. Соответственно, нам завтра надо уйти до того, как будет самый высокий прилив, потому что ворота закроют, и мы не сможем выйти. Парковка есть без? Вопрос, как же попасть на корабль? А там есть лесенка. Итак, блистательный яхтсмен Виктория Менде. Вы видите, когда мы пришли сюда, наши лодки стояли вровень с линией пирса, и можно было легко спускаться на пирс. Я это уже рассказывала. Черт, но моим спокойным глубоким голосом. Бегу, бегу. Ради тебя красивейшие спасатели Нидерландов. А ты фоточки делаешь или видео снимаешь? Видео снимаю, детка, синематик. Тарковский, сука, гений. Да. Посмотри куда-нибудь вот туда, на пирс скорее. Ты же скажешь, что это гранатовый сок? Да, детка, это был гранатовый сок. А может, мы отойдем чуть-чуть, и они выйдут, а тут мы на этом месте освободимся, срок, мы развернемся. Как прекрасный голландский шкипер, который проскользил в миллиметре от нашего борта своим румпелем. Осталось 45 сантиметров. Не надо махать своим румпелем у меня перед лицом. Посмотри с тоской на всю эту флотилию, чуть вперед выйди еще, если можешь. В общем, покрутись как сможешь там. Не знаю, встань на эту скамейку, может быть. Вернись обратно, так как ты сидела внизу. Еще бы ветер, флаг разогнать немножко. О, да-да-да, пошло. Вы можете дальше на видео обсудить, что вы сделаете фоточку. Там почему-то вот они... Какой музей? Музей Хеннесси. Музей Хеннесси мне звучит гораздо приятнее. Музей Хеннесси, я увидел Гиннесса. И наоборот. Да.